Уважаемые земляки, от всей души поздравляю вас с Днем Защитника Отечества. 23 февраля – День воинской доблести, славы и гордости России. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности тем, кто самоотверженно и мужественно защищал родную землю от захватчиков, а также тем, кто в мирное время несет нелегкую и ответственную службу в рядах вооруженных сил нашей страны. Российская армия объединяет людей, отличающихся силой духа, волей, целеустремленностью, высокой дисциплиной, особенным нравственными боевыми качествами. Этот праздник тех, кто служил или служит в вооруженных силах, всех, кто беззаветно предан своему Отечеству, кто защищает безопасность государства и каждого его жителя. Примите в этот праздничный день искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра вам –